Привет, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Павел. Мой ник Андрей, я комьюнити-менеджер проекта Point Blank. Я слышал, ты из Инновы, они уже купили тебе первое место в этом конкурсе. Нет, это враки, мне ничего не покупали, и у нас вообще такая штука не практикуется. Ну, ты же в StarLadder, ты должен знать, что мы неподкупные. Да, конечно, я в StarLadder, поэтому я никогда про него ничего не расскажу. Итак, расскажи немного о своем плакате. Слушай, у нас тут такая концептуальная штука, то что есть целая куча разных игр, такие как LoL, Dota, NFS, ну, там, Diablo, к примеру, да? И все они являются соревновательными играми, по сути, да? То есть они составляют киберспортивную составляющую, да? Вот. И основная тема то, что, ну, как бы, ну, я как будто бы не слышал, да? Вот. Об этих играх. Вот. Да, да, как будто с другой планеты, но зато я знаю игру Point Blank. Вот, я ее продвигаю вообще как только можно. Вот, это самый крутой шутер. И, ну, соответственно, об этом я слушал, этом я живу и советую ребятам тоже заниматься именно этим. Ты решил выехать на самом крутом шутере. Ну, не то чтобы я решил выехать, ну да, ладно, окей. Теперь я хочу узнать немного вот об этом человеке, как его завербовали и как он на это подписался. Да, меня зовут Юра, ник Шума. На самом деле, про конкурс узнал на самом вчера. Пригласили, сказали, нужно написать плакат. У меня появилась одна идея, но, скажем так, до того, чтобы ее довести, не хватало еще какой-то мелочи. Ну, вот познакомился с Павлом, да, и как-то вот одна голова хорошо, две уже некрасиво. Сделали вот такой вот коллаж и сделали такую задумку. Ну, вроде получилось, а что из этого получится дальше, ну, посмотрим. Как будете делить приз? Ну, я думаю, что-то придумаем. Ну, как минимум, бензопилой. Ну да. Хорошо, понятненько все с ними. Бензопилой они будут монитор делить.